Всем привет, с вами снова Билли, и мы залетаем в Deep Rock Galactic Survivor, Danger Darkness Dwarfs. Так, в прошлый раз у меня не получилось в магматическом ядре, я собрал 20 красного сахара, достигнул 25 уровня пулеметчиком, но я не прошел погружение. Вот, сегодня мы пойдем в новую ветвистую лощину, так как тут больше биом, вот, как бы сможем тут что-то прокачать. Вот, в общем, погнали. Вскопать 750 самовосстанавливающихся лос, достигнуть 30 уровня классом инженер. То есть сегодня у нас инженер опять. Бурильщика пока не трогаем, сори. Бурильщик будет в другие разы. Так, инженер. Получает доступ к оружию с тегом изделия. Ну, тут все просто. Турели, все дела. И новая локация, ветвистые лощины. Попробуем сейчас побольше вынести за первую волну. Интересно, а эти лозы, они дамажат? Или что? Не, их нельзя сломать? Ага, прикиньте. Прикиньте, чё? Это необычно, конечно. Так, нам надо апока цветы собрать. Собрать побольше золота, нитро и так далее. Давай скорость передвижения возьмем, хоть это и серый стат, но тем не менее. О, цветочки. Что, тебе тоже дверку открыть надо? Сейчас, погоди, катушки. Ну вот и оба кота меня покинули. Так, что берем? Ну, берем урон, я думаю. Так, слушайте, тут летающих, кстати, много. Хотя они мимо пролетают, но тем не менее они приятные. Так, и мне нужно какой-то урон уже иметь. Урон берем 35%, это очень мощно. Там, конечно, была скорость копания, но... Когда столько урона, то скорость копания брать нелогично. Две турельки уже у меня тут стоит. Нитро забрал. Новое оружие. Электрические пули, плазмозаряды. Или оставляет огненный. Давай еще турели. Раз мы инженерим, то давай прям инженерить по максимуму. Так, там у нас есть этот. Броню берем. Там это маяк. Давай заберем. Так, а как мне вот эти ломать? Или их нельзя сломать? Да, их нельзя сломать, и их как бы и не пытайся, грубо говоря. Так, что дают? Подбор красного сахара увеличивает ваше максимальное здоровье. Этот талант я люблю брать. Турельки, смотрите, как объясняют, нормально. Радиус сбора, давай радиус сбора. А можно еще потом взять, чтобы турели взрывались. Это будет тоже сильно. Так, справа там цветочек. Давай скорострельность возьмем. А, тут, кстати, несколько цветочков. Отлично, подорвали. Турельки наказывают. Блять, а я себя сейчас загоню? Нет, надо вернуться. Что делать? Что делать? Так, скорость перезарядки. Да, давай скорость перезарядки. Ну, из того, что есть, по-моему, это лучший вариант. Блять, что, уже дошли до меня? А, да, вот они. Они тут были, в принципе. Так, нам остался один цветочек найти. Я хочу золото копнуть. Элитную Мактеру убить надо. А вон летающая тварина вот эта. Получаем опыт плюс 9%. Это мы берем. Я думаю, окупится, успеет. Так, мы уходим, пытаемся отсюда... Не бодаемся с этой мактерой. Хотя турельки ее убьют быстро, поэтому идем быстрее за шестым цветочком. Вот они, кстати. Все, найс. Маяк забрал, квест выполнил. И перезарядку давай. Сахар. Найс, похилился и хп поднял.
Так, ну этот сейчас Мактера умрет. Неплохо вышло. А, броня, давай, будем живучими. Сейчас скорость передвижения надо будет надыбать. Каким-то чудом. Критурон, давай, критурон. Калабанга. Опыт соберем оставшийся тут. И погнали, погнали отсюда. Успею выйти. Все. Опыта, конечно, много не собрал. Ресурсов не так много добыл. Ну, в целом пойдет. О, копание. Плюс 15 берем. Получаем и опыт возьмем. И вот это. Отлично. Слушайте, неплохие бафы. Так, что мы тут ищем? Нитры нашел. Апокоциты снова. Это хорошо. Их находить не так сложно. Их не так много, как шляпок. И, кстати, а вот эта лоза, я так понял, она... Вот эта вот, она появляется постоянно. Как будто бы. Так, скорострельность. Давай. Добавляет один заряд. Дополнительная емкость. Турели вскапывают стены поблизости. Давай заряд лучше. А что это тут такое? А что это? Это нефть? Это нефть? Или что это? Так, давай, сахар. Хорошо, нормально. Можно еще урон получить и забрать последний кусочек. Да, пойдет. Так, где опока цветы? Рой приближается. Ну, бывает, бывает, приближается рой. Блять, кстати, рой правда приближается. Бля, цветочки, я не могу их забрать. А, вот здесь можно пройти. Да, да, да. Хорошо, и тут цветочек убираем. Неплохо. Турельки спавним. Ну, что-то получится. Бля, я бы тут подобывал ресурсы. Но сложно. Так, убьем эту хуйню сейчас. Там цветочки, я за цветочками хочу вернуться, заебали. Так, оружие, дроны, давай дронов. Да кто меня там бьет? А, летающая хуйня меня била, понял. Че, они отъедут? Да, они отъехали. Перезарядка, давай перезарядку. Хочу, чтобы чаще спавнились все эти хуёвины. Так, нам надо добыть все, что тут есть. Мне очень кажется, это нужно мне. Бонус крита. Или урон. Давай крит. Так, неплохо. Золото добыл. Здесь тоже золото. И еще цветок есть. Хорошо. И там справа вернемся сейчас. Там тоже цветы оставил. Рой приближается. И я вижу этот маяк справа. О, найс. Подберем сейчас всю хуйню. Радиус сбора. Элементный урон. Лучше попозже нашел я. Магнит. Ну и так сойдет. Так. Вот у нас маяк. Элитку еще не вызвал я. Цветочки. Первый. Справа, кстати, сахар. Блять, до этого цветка не могу дойти. Забрал. Пойдем за сахаром и за маяком потом. И потом цветы добьем. Нормально. Но хп мало, очень мало. Мне нужно с маяка найти хп и реген. Там прям хорошая тема это. Вот здесь вот пройти можно. Да? Да, можно. Так, одна турелька уже стоит. Блять, это что, уже рарник? Найс. Тут нету, кстати, той темы, которая мне нужна. Ну давай разные возьмем. Блять, я цветок не нашел. Они уйдут без меня, говорит. Так, давай заберем вот этот опыт. Скорость перезарядки, конечно, берем. Блять, я не успеваю. Цветок найти не успеваю.
хоть нет цветка. Сука. Но в итоге я обосрался с квестом. Зря я там остался добывать те ресурсы. Потерял много. Дает ощущение, что оружие стало симпатичнее, увеличивает уровень оружия. Тоже берем. Обновить. Опыт, продолжительность действия. Вот, хорошо. И вот это берем. Да, с хитпоинтами надо что-то делать. Очень мало здоровья у меня. И скорости передвижения нет, к сожалению. Так, тут нужно 6 апока цветов. Снова. Скорость передвижения, найс. Давай добудем тут все, пока есть возможность. Тут мы вроде немного времени потратили, но при этом все забрали. Да? Ну почти. Да, все забрал. Так, тут мы не пройдем. Давай чуть назад. Да, конечно, дизайн уровней в джунглях очень сильно отличается. Тут прям карта гораздо более неудобная, как будто бы. Еще чуть-чуть бы поднять скорость копания, было бы вообще идеально. Блять, заебут меня. Надо хилиться идти. Надо найти где-то красную хуйню эту на подхил. А за мной уже микробосс идет. И уже черви вот эти, блядь, появились. Блядь. Меня сейчас тут могут убить. Повезло. Тут были взрывашки. Меня убили. Наверное, двое турели это прибор. Ну или я не знаю. Улучшение. Можем качнуть щит или побрякушки на удачу. Давай щит. Попробуем еще раз. Ветвистая лощина. Инженер. Ну, сейчас просто по-другому будем как-то... Ну или так же, но может повезет просто чуть больше. Не знаю. Так, здесь не надо шляпки собрать. Их больше, но их и собрать надо больше. Золото. Урон, конечно, урон берем. Так, давай уже дойдем до низа тогда, раз я тут пошел. Да, не зря тут шляпки были. Турельку давай под себя сразу, хорош. Скорострельность, урон есть, давай скорострельности добавим. Так, нитро я зафармил. Тут у нас что? Давай пройдем к шляпке сперва. Ага, ну в принципе правильно. Маяк рядом. Но мне надо пойти назад, потому что там много опыта я навыбивал. Броня. Блять. На старте желательно не всирать опыт. Новое оружие. Плазма. Стреляет вперед электрическими пулями. Давай электричество возьмем. Не самое прям мощное оружие, но, думаю, не лишним будет. Так, блядь, сейчас элитка скоро будет. Я тут ресурсы хожу, добываю. Рой приближается, да? На хп найти бы вот это улучшение. Прям было бы кайф. А вон, кстати, есть хилочки, две рядом. Надо забрать. Элементный урон. Давай. Я все равно планирую электричество раскачать. Так, сейчас маячок меня должен спасти. Хорош. Небольшой шанс найти опыт при копании любого камня. Или найти нитру. Или опыт при получении... Давай опыт при получении урона возьмем. Урон общий. Конечно, берем общий урон. Скорость перезарядки. Давай скорость перезарядки. О, подорвал. Так,
Крид давай. Пойдет. Крид тоже надо прокачивать. Так, давай чуть правее от этих мобов копнем. Заберем сейчас сахар. И надо шляпки дособрать. Скорострельность, здоровье. Бля, ну 18 это мало. Ладно, давай. Так, ну это я не получу сейчас ничего с них, да? Да. Так, еще три штучки. Еще три штучки. Пойдем направо. Тут у нас золото есть и две шляпки. По сути, одна осталась. А вон еще слева есть шляпки тоже. Хорошо. А, вот и, в принципе, квест я сделал. Блять, он летающий, он меня anyway догонит. Это минус того, что есть летающие мобы. Их не очень удобно как-то доджить. Они anyway тебя догонят. Надо как-то подраскачаться, пока жив монстр этот. Что-то не наблюдаю я прям хорошие возможности подраскачаться. Скорость перезарядки, давай. Пойдем вернемся там, где опыт я выбивал. Его хотя бы подберем. Бум, бэйби. Жуки становятся сильнее. Твоя правда. Здоровье. Вот это берем. Вот это берем. 100%. И сразу хилимся. Еще уровень хочу взять. Эпическое, хорош. И сразу валим отсюда. Блять, тут мешают. Надо фиолетовую хуйню подобрать. И все, заходим. Успел? Да. Давай скорострельность. Попробуем посильнее пушки сделать. Увеличивает урон тега снаряд. У меня там снаряды? Ну ладно, раз он так говорит. Ну и погнали дальше. Там на 20% тег снаряда улучшил. Get it done, miner. Так, опять шляпки. Окей. Хочу по правой стороне пойти. А, тут особо нихуя нет. О, нитро. Нитро забрать надо. Нитро. Я рассчитываю за нитро что-то потом купить. Так, там была еще одна шляпка. Давай заберем. Сюда ее. Блять, в итоге я по левой стороне сейчас пойду. Еще нитро. Рассчитываю что-то качнуть. За нитро. Блять, да не трахай. Жить. Саплай слева. Ну вот сейчас туда как раз и пойдем. Так, золото взял. Шляпки. Да, мне нужно улучшение, которое дает хпшечки. Еще турели. Стой на месте, чтобы установить турели. Не, это мы не берем. Мы берем тогда вот эту умную винтовку. Давай тогда. Так, тут еще шляпка. Еще шляпка. Нам бы хилки найти, но тут их нет, видимо. Хорошо. Еще шляпку вижу, и очень много опыта я там выбивал. Мне надо уже к саплаю идти. Надо опыт подобрать. Слишком много навыбивал я его. Скорость перезарядки. Давай.
Блять, тут уже все заделано. Устами этими ебучими. Так, подобрал, вроде нормально. Все, валим. Туда вот повыше еще можно собрать. Урон общий. А, тут, блядь, нельзя пройти, что? Окей, идем. Золото. Еще две шляпки надо найти и supply. Не успеваю, как будто бы. Урон всего оружия на 15% поднять. Это мы берем. Здесь сейчас пройдем. Шляпка. Я ее могу забрать? Да, могу забрать шляпку, и вон еще шляпка. Хорошо. И к supply идем. In the record time. Вы уверены, что это record time? Какие-то странные рекорды у вас. Все, ready. Пока идем прям хорошо. Элитный кромсатель какой-то там. Так, что тут? Увеличивает ваш урон на 1% за каждые 5 золота в инвентаре. Бля, ну это, конечно, интересно. Я возьму сахар. Потому что у меня скорее не с уроном проблемы, а именно со здоровьем, с выживаемостью. Крит урон. Ну давай. Бля, урона много, но вот именно выживаемость нужна. Надо идти за сахаром. Вот сахар вижу. Хорошо. Хорошо. Ищем еще. Надо хилиться и поднимать общий хп. Вон вижу. Рядом с золотом. Хорошо. Валим дальше отсюда. Давай так вот, что ли. Вон еще сахар вижу. Блять, беги. С передвижения давай. Так, вроде рядом. Капсула. Блять, как бы подойти к ней? Только по мобам. Пиздец. Турели следуют за вами. О, неплохо, попробуем. Так, еще у меня есть, будут возможности выбить хпшки, так что пока терпим. Скорость перезарядки делает ощущение, что оружие стало сильнее. Пускает взрыв. Давай попробуем. Скорость перезарядки. Уровень оружия. Радиус сбора. Все берем, короче, погнали. Что было, все забрал. Апокацветы. О, апокацветы гораздо приятнее собирать. Так, можно еще хпшки поднять. Хорошо, и подкинем сейчас. 202 хп, нормально, 204. Апокацветочек. Сахар. Вижу еще сахар, но надо урон получить, чтобы сработало. Пойдет. Мне нравится, как это работает. 210. Ну, растет, конечно, не очень быстро, но... Поделаешь. Еще урон надо получить как-то. Они мне проход-то не блочат, эти турели, которые за мной ездят. Найс. Эпическое. Так, supply. А пока цветы не нашел, к сожалению. Но успеем, надеюсь. Слушай, это не турели, это танки какие-то у меня уже. Есть хп? Блять, нет хп. Ну, значит, будем усиливать.
эту хуйню. Не, вариантов тупо нет. Так, ни цветов, ни хуя. Бум, е! Блять, да что ж так много-то врагов тут у меня? Жертвуем пока квестом. Я хуй знаю, потому что слишком сильные. Турели вскапывают стены поблизости. Сменить урон на плазму. Давай попробуем вскапывание турели сделать. Вскапывание стен, в смысле. Потому что очень много стен в этой миссии. Если они будут вскапывать, это будет лучше. Рой приближается. Лерой. Так, чё берем? Огненный турель не берем. Стреляет вперед. Давай будем электроограждение. Попробуем с ними поиграть. Я с ними уже играл, было прикольно. Попробуем еще раз. Перезарядка. Перезарядка норм. Претарианец элитный. А мне пока цветы. Ой, хорош, блин. Здоровье. Перезарядка. Урон давай. Все, и валим отсюда. Хуй на них на всех. Элитного мы убьем еще. Но сейчас я хочу попробовать квестик все-таки выполнить, попробовать. Но он умрет, пока за мной будет идти. Блять, они вообще вскапывают? Я что-то не вижу, чтобы они вскапывали стены каким-либо образом. Вон еще цветочек, а вот тут скрытый. Нашел. Так, у меня 4 пухи, правильно? Ой, да-да. Уже максимум. Так, еще 2 цветочка. Он сейчас уже умрет, я не успеваю еще 2 собрать. Ну, ладно, попробуем. Бежим вперед. Может, выше где-то. Вон, вижу один. Еще и 6 вижу. Все, найс. Тебе надо дойти. Тебе надо закончить эту хуйню. Блять, фиолетовый опыт надо забрать. Блять, жить. 6 секунд, 5, 4, 3. Да я не успеваю. Я не успел. Успел. Пиздец. Так, вылечить надо. Да, вылечимся. Ну и тут больно брать нечего. Давай вот так. Блять, что-то потно. Слушай, мне прям тяжело. Так, опять цветы надо найти. Либо вот эти синие хуйни. Да, маркет. Я сразу один нашел. Так, давай. О, маркит еще. Найс, я сразу квест сделаю сейчас. И рядом еще хпшечки можно будет что-то пригенить. Well done, you got them all. Нитро хватит, выходим из-под летающих, ломаем сапор, хорошо. Блять. Это я ничего не почувствовал импакта от того, что я взял, что они вскапывают. Чего они, блять, вскапывают? Нихуя ничего не вскапывают, как будто бы. Пиздец мне сейчас будет.
Вау. Взорвал. Повернулся. Сейчас еще тут подорвем. Хорошо. В целом норм. Но хп нет. Так норм. Так, скорость передвижения. Давай. Ну, среди серых талантов это явно лучший там был. Скорострельность легендарная. Но берем. Нормально набрал, нормально. Еще скорость передвижения давай. Рой приближается. Саплая пока нет. Ну и не надо пока. Так, пока поживем. Со всех сторон повзрывал челиков. Скорость перезарядки. Блядь, я не пройду. Можно вот тут пройти. Можно же? Да, можно. А чё толку? А чё толку, бля? Себя зажал. Очень сложно. Мне прям реально тут сейчас очень сложно. Бля, еще и хп нет. Или реген тема не пришла. Она очень многое решает, если приходит. Потому что мне тогда не надо искать сахар. Ну, как бы надо, но... Тем не менее, как будто и без него можно жить. Вон сахар надо подобрать. И саплай пришел, мне бы его тоже забрать. Boom, baby. Boom, baby. А, они пулями вспахивают. Я думал, они как-то, находясь рядом, вспахивают турели. А, не пули. Радиус сбора, давай. Так, надо supply поискать. Ебать, там взорвалось. Я пошел подбирать это все. Если мне разрешат. Нормально, взорвал. Блять, элитка тут рядом. Надо попасть к тому опыту. Там его так много. Это того явно стоит. Радиус сбора еще увеличим. Редкая, давай. Хотя скорость перезарядки забора как будто тоже неплохо. Перезарядка оружия всего. Звучит норм. Блять, я маяк не забрал. Да. Бегим. Не успел я, конечно, забрать. Supply. Ну, зато жив. ХПшечки. Сейчас надо будет похилиться. 42 уровень. Я хотя бы дожил. Че, берем хил? Очевидно. Перезарядку берем. Ну, элементный урон давай, ладно. Фух, 260 хитпоинтов. Ударьте меня. Да, хорошо. Вот. Вот, нашел один кокун, можно его кукунить. А рядом как раз сахарок. А чё сахар-то не поднимается? Я сейчас не понял вообще, что только что я увидел, и меня это прямо разочаровало. Почему? Это же сахар. Он должен меня хилить и должен поднимать мне общее хп. Я подошел собрать их, и эти штуки мне нихуя не дали. Бак? Не, вот сейчас собралось. А почему до этого не собиралось? У меня какая-то. Так, ладно, мы сейчас уровень. Да, есть уровень. Что берем? Скорость перезарядки. Давай.
Вот еще маленькие, маленькие капоны. Нормально сейчас вылезет. Я его забором там раздамажил. Так, ну, в принципе, 300 с лишним хп я сделал. Этого, в принципе, достаточно. Так, здесь я себя запру, если останусь. Поэтому так вот делаем. Саплай сверху. За ним. Сейчас пойду за ним. Чуть-чуть пожить. О, еще один кукон. Но он сам вылез. Сахар. Идем до сахара. Блять, а эти вот лазо еще обвитые камни. Это капец, это самые непробиваемые вообще. Так, ну ладно, сахар оставим, потом заберем его. Мне надо больше земли схомать, чтобы было где кайтить потом сильного моба. Ебаного этого. Так, ну этот час умрет. Даже до сапоя. Увеличивает лечение. Или отталкивает и замедляет. Давай отталкивание возьмем. Наверное, забор не очень эффективен вообще на этой карте, из-за того, что тут постоянно восполняются вот эти вот кусты ебаные. Так, ну давай докачаем пуху, которая у меня сильная. Мощный оверклок. Скорострельность, размер обоймы, но точность хуевая. А здесь крепыш теперь может стрелять в дружественные цели для дополнительной искры в воздухе. А, не, давай вот так вот, скорострельность возьмем. По большим пакам пускай ебашит. Точность, конечно, хромать будет. Ну, поебать. Как же много тут врагов. Так, забора сразу наставил. Только они не пойдут сквозь него. Готова хуйня. Дредноут уже появился, блять. Меня и без дредноута тут ебут. Надо выйти отсюда. Так, доджим его. Урон электричеством. Беги, блядь. Наебал. Как наебал, он меня продамажил. Так что наебать это громко сказано. Да, пока нет, от слова совсем. Блять, хотел подорвать челов, не получилось. Я не получил урон. Получил. Но слишком много врагов, нельзя так много врагов делать. Так, задоджил. Сейчас паки должны эти подохнуть. Надеюсь. Доджим. Вышел как-то. Получил опыт. Скорость передвижения. Давай куда-нибудь прыгнем на другое место. Вот, да.
например, вот так. Блять, опять получил урон. Да как это, блять, случается? Задоджил. Блять, каким-то чудом задоджил. Надо выйти отсюда. Он не дает. Пизда. Мне пизда. Да. Ремесленник, новый подкласс. Интересно. Я хоть одну биому-то сделал тут. Две биомы сделал. То есть я прошел за инженера. Но если честно, мне инженер не нравится. Ну, как бы мне концептуально очень нравится инженер, но мне не нравится, как он... эффективность не нравится. Что у нас на второй опасности? Пройти погружение, взять 4 оружия, стегом кинетическое. Улучшить миниган, свинцовый шторм до уровня 18. Давайте возьмем улучшение. Задание. А как посмотреть, вот допустим, так. Миниган. То есть это пулеметчик нужен. Миниган, свинцовый шторм, да. Но если я беру Джаггернаута, то у него тяжелый револьвер Бульдог. Как будто бы я хочу Джаггернаута потестить и попытаться найти миниган. Ну, посмотрим. Это уже в следующий раз будет. В общем, сегодня снова не получилось. Сложно. Не очень хороший билд получился. Я пытался доджить как мог, но не вышло. В общем, эти ветвистые лощины не были мной сегодня покорены. Но, тем не менее, мы продолжим набирать. В следующий раз пойдем опять в кристаллические пещеры на вторую опасность. Потом попробуем вторую опасность в магматическом ядре и проверим, засчитает мне вот сюда биому, если я пройду вторую опасность. Ну, как будто кажется, что не засчитает. Ну, посмотрим. Ладно, гайз, я заканчиваю. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в сообщество ВК. Активность создаем, комментируем, критикуем. Ну, не для самой активности, а просто если у вас такое желание появилось. Но я приветствую ее в любом виде. В общем, с вами был Билли Поттер. Всем пока и удачи.